пророки Древнего Египта. Под неустанным взором Птаха, бога ремесел и архитектуры, египтяне воплотили в искусстве свое уникальное мировосприятие. Но важно помнить, что их понимание искусства и личности Творца в корне отличалось от любых современных концепций. В египетской культуре в первую очередь чтили умелых ремесленников. Наиболее востребованными были чертежники, художники, скульпторы и те, кто работал с металлом. Египетские мастера создавали и произведения искусства, и бытовую утварь. Каждый предмет имел свое определенное назначение и был создан неизвестным мастером или мастерами. Глиняная посуда и изделия из металла использовались для повседневных нужд. Предметы роскоши и художественные произведения предназначались для храмов. Ремесленники редко подписывали свои изделия, хотя и понимали, что обладают уникальным набором навыков и талантами. Произведения искусства позволяют узнать не только о быте древних египтян, но и о том, как они понимали свое место в этом мире. Принципиальным как в физическом, так и в метафизическом смысле был баланс порядка и хаоса. Для сохранения этого баланса был выработан набор строгих стилистических ограничений. Глиняные и текстильные изделия, а также папирусные свитки были важной частью быта в домах и во дворцах, а также в храмах и гробницах. В египетской культуре рисунки служили иллюстрациями, как можно увидеть, например, в книге мертвых. С рисунков также начиналось создание рельефов, живописных изделий и статуй. Двухмерные изображения имели характерные очертания и были призваны почтить богов и помочь душе перейти в загробный мир. Стилистическая концепция состояла в изображении внутренней сути человека. Поэтому произведения искусства были посвящены не реалистичному, а скорее идеалистическому представлению о мире. Исключением являлись сцены охоты и сражений, где звери и враги изображались в движении. Они как бы символизировали хаос, тогда как фигуры египтян выглядели строгими и пафосными и олицетворяли порядок и закон. Рельефы делились на высокие и низкие. Каждая техника требовала своего материала. Подготовка поверхности варьировалась в зависимости от качества породы. Блок с каменоломни нужно было лишь слегка отшлифовать. Грубые камни в гробницах нуждались в более тщательной обработке. Иногда поверхность предварительно покрывали гипсом. На рельеф сначала наносилась красная разметка,
отмечающая положение всех элементов в сценах. Уточненный набросок делался черной краской. После этого рельеф можно было вырезать. Этих ремесленников называли соответственно те, кто наносит контуры. Статуи считались вместилищем душ усопших или божеств. Вот почему скульпторов называли «те, кто оживляет». И вот почему уважение к ним было безграничным. Создание скульптуры также начиналось с создания наброска. Большая часть статуй делалась из блоков известняка, но иногда использовались более твердые породы, например, кварцит. В Древнем Египте у ремесленников была своя строгая иерархия. Многие работники зависели от мастерских, снабжающих их сырьем. Ремесленничество существовало на трех уровнях – бытовом, на виллах, а также в мастерских при дворцах и храмах. Царские мастерские могли занимать территорию до 2,8 квадратного километра. Заниматься ремеслом на бытовом уровне умели практически все египтяне. Починка инструментов была насущной потребностью. Предметы обихода можно было обменять на местном рынке. Умелые ремесленники, у которых не было своих ресурсов, шли в знатные дома, где их обеспечивали рабочим местом и материалами. Самых талантливых нанимали на строительство дворцов и храмов и наделяли особым статусом. Их обеспечивали рабочими местами, достойными их способностей. В древнем тексте, известном под названием «Сатира на торговлю», можно найти красочное описание того, что собой представляли ремесленники. Медных дел мастер дурно пах. Его пальцы были похожи на крокодилии фекалии, а гончары походили на жителей болот. Вероятнее всего, это было преувеличение, позволяющее выделить самую выгодную профессию – профессию писца. Поселение Дейр-эль-Медина для талантливых мастеров недалеко от долины царей было основано по приказу фараона. В переводе название значит «монастырь города». Ремесленники, получившие там дома, пользовались особым уважением, так как считались царскими работниками. Они трудились над гробницами в долине царей и находившимися рядом храмами. Археологи полагают, что деревня ремесленников существовала более 400 лет. Она считается одной из важнейших находок, рассказавшей нам о повседневной жизни в Египте. В основном раскопки были сосредоточены на гробницах фараонов. И только после обнаружения Дейр-эль-Медины египтологи получили бесценные сведения о бытии египетских ремесленников. Yeah.